Всем привет! Как ее называют сейчас, звезда на вечернем небе. Снимаю на видеокамеру сначала и покажу также, как это выглядит в телескоп. Не спешите выключать видео. Как я уже рассказывал, на видеокамеры, на фотоаппараты с ультразумом, даже на штативе не просто заснять Венеру. Эта планета, которая видна сейчас весной 2020 года, она в телескоп при увеличениях больше 50, больше 100 крат, при большой апертуре хорошо видна. А теперь смотрите, я перешел на ручные настройки камеры с автоматических. Японская камера Panasonic, но даже она не может справиться с фокусировкой на объекте ярком, на темном фоне. Вот то, что дергается, это у меня в руках камера, поэтому она вот так дрожит. Вот максимальный зум камеры 46 крат. Вот я сфокусировался вручную, но Венера как таковая не видна, ее фаза. А вот теперь посмотрите в телескоп. Телескоп системы Максутова Косигряна, 102 мм диаметр объектива и специальная астрокамера SVBONI 205 и кабелем на смартфон. Телескоп на экваториальной монтировке, направил на планету, настроил. Одну ручку медленно кручу, так как нет сейчас часового механизма к нему. И вот как это выглядит телескоп. Если специальной программой обработать снимки, полученные в видеороликах, снятых через телескоп, то можно получить отбором хороших кадров из-за рефракции, из-за турбулентности атмосферы. Вот из трясущихся кадров отбираются программой хорошие кадры, складываются, суммируются, и получается снимок намного четче. Вот такие снимки мне удалось получить через телескоп. Так что можете поделиться этим видео со своими друзьями в соцсетях. Многие сейчас публикуют в интернете и на ютубе, и в соцсетях фотографии, видео на телефон, на фотоаппарат, на видеокамеру приближают, видят какие-то пятна. Вот давайте я снова перейду сейчас на автоматические настройки видеокамеры. Видите, и все, и сразу расплылось, и получилась какая-то летающая тарелка. Вот, я даже могу понаправлять. Наклоняю сейчас видеокамеру. Абсолютно наклонил уже вот на бок, на 90 градусов рукой. А объект все равно выглядит вот так. То есть это просто устройство. Устройство таково видеокамер, что вот так они размывают видимый объект. То есть это, видите, сейчас не истинное изображение Венеры. А многие не понимают, конечно, и говорят, вот это да, ничего себе, летающая тарелка, посмотрите. У меня на канале вы можете посмотреть и еще съемки, и планет в телескоп, разные телескопы и луны. Подписывайтесь на новые видеосюжеты. Так что на вечернем небе, очень яркая точка в небе, это планета Венера. И на мобильные телефоны, и даже на ультразумы, фотоаппараты и видеокамеры вряд ли вам удастся ее нормально заснять, чтобы была видна фаза в виде серпа.